Вот. А вы что, пикали что-то? Вы что-то обсуждали, блядь, Нет, чтобы я пик ничего был? не обсуждала. Я решила, Хули что ну тогда вас нахуй. пиздить? Хули тогда Я пиздить? просто ее Чисто так определю в нажали поле. кнопку. Просто не надо думать, просто нажмите дальше кнопки. Даня, мы с тобой внизу. Надеюсь, у нас будет паучиха. Я тоже надеюсь. Вот наползет. Ты будешь фармить. Я уже фармлю ее. Забирай ее. Я так люблю ваше состояние на базе в начале игры. Мне так не нравится. Не догоняю, догнал. А вниз, Коля, ты идешь вниз вместе с... И вместе с тобой тоже выйдет. Не, я с тобой буду стоять. Не пошел ты нахуй, я не буду стоять. Пошел ты нахуй! Как это было? Вспомните серию этого. Саус Парка, где там суши, короче, был. И там японец, на самом деле, не японец был, не китаец, блядь. И он что-то там... Пошел нахуй из моего магазина, суши! Пиздец, Саша. Да, пиздец. Ну здесь я не виноват никак был, извини. Я тебе что-то говорю, что ты или чё? Или чё вообще? Вообще ничего. Так, вот это надо сразу. Ну-ка тащи сюда. Что ты прям бьешь-то так? А я покупал в магазине. Контролировал себя в этот момент. Так. Крипифай. Пойду сейчас. Незаметно принесу. Что? Кто у них в лесу? Или у них тепло? Борг. Кажется, брудать не попадает. Чуть-чуть. Разминулись немного. Скуроёбом. Короче, надо это, у меня миссия. Я man on a mission. Поэтому пушим нахуй. One man standing, не в лесу. Нормально. Хороший вар. Только ты взял все и спалил. Богатство забрал. Я не собирался снизу играть тут с ним какие-то игры. А, ты это, за... Я понял тебя. Игрушки. Беру я вниз. Внизу. Если никто больше не хочет. Да. Я если пизда. Нет. Иди нахуй, паучиха! Можем убить Тускара. Мы я не могу тебя убить, не слышу. Тебя гангают сверху. Да, кстати. Ну пошли, Саша, зайдем, поможем. Кому им? Гангерам 2000. Ну, мы как бы немного опоздали. Да. Ну так-то Магнус там до сих пор. Какой Магнус? На кто там заходил? Какой Магнус? Иди сюда, Коля, полечу. Понятно. У самого есть все на свете. Я сейчас пешком пойду совершенно спокойно. Порегенюсь. Да. Побреюсь. Поброю усы и брови. Брови так и называются. Мне твой пуш портить или как? В смысле, а вот делать в смысле? Да можно, только не сильно там, чтобы это. Чтобы, короче, пацаны работали. Чтобы двойная пачка пришла, я уже не успел. Что-то пришли, не там. Ой-ой-ой, спасай меня. От тебя ничего не спасет, я думаю.
еще тут купить. Бать, спасся. Невероятный убийца. Имбирца. Пойдем, сопроводи меня до выхода из зоны X. Ой, все, пизда. Не пизда. Но я закупился. Все ТП-хи купил. Сегодня мы будем покупать все ТП-хи. И палочку еще. Как-то я упустил этот момент, что Огур пришел. И насовал. Ну вот ты опять мертвый почти. Спасибо. Almost dead. Да и так пугно. Давай, давай. Нет. Снизу идет ходили когур. Джуджи. Ебать ты, я не скривой. Не достал. Мне не достал. Давай, давай, давай его, Саша. Олег, ну ты читаешь то, что тебе пишут? Пуска нет на линии. Смотри, пожалуйста, уже чуть-чуть в чат. Тусклого нет на линии. Даже попикал же. Бля, сейчас меня еще убьют. Ой. Вон там кусает. Ой, кто-то летит. Это огр метеоритный. Выебит тебя. Да что ты, сука. Четверо топ. Их трое. Ага. Огр-то у нас. Угу. Создал какую-то дезинформацию, Олег. Не успел, да что ты будешь делать? Давай я захакерю ее сейчас. И мы ее взломаем ей рану в том-то момент. Да. Все, копим ману и потом ебем ее в спину. Пока суд доделал, мощно пушим линию. Я на всякий случай отойду в сторонку, чтобы меня сверху все ушли. Не выебал. Никогда они не уходили, они здесь стоят просто в кустиках. Ребята, у меня есть варды синие, может попробуем поймать? Так вардов синих, да хуя. А ты кто вообще по мастер? Замедление дам. Замедлите? О! Тысяча. Че, кто там идет? Туск. Ой, все, нам пизда. Зафармлю последний. Скоро я за кем-то приехал. У меня ушел вот этот пирожок и вот этот пирожко. Приера, смотрите аккуратно. Так, туск вернулся, можно ее колдовать. Блядь, ты поздно. Хуй попадешь сейчас. Борис, хрен попадешь. Идем ее. Ой, все идет. Да. Не в того, да, блять. Не пизда. А Угар, ты пошелся куда-то? Вместе. А нет, не ТП-шился, вместе стоит. А Коля у ТП-шился. Да? Именно так. Бруда ни разу не умерла, насколько я помню. Так же, как и пацаны на топе.
Это вообще не смотрел. Хорошие новости. Угу. На первом канале. Если ты в бруду попадешь хоть чем-нибудь, и я попаду своим болтом, она сдохнет. Какой план? Сейчас только вардик поставлю. Опа, немного паучков. Ой-ой-ой. С ДД идет. Как он заебал. Ну все, просто беги. Чё? Чё, паука? А, сейчас, подожди. Чё-то у тебя нет. Да я далеко был. Ребят, там этот заходит. Тригень ловлю, всё. Я тригень ловлю. Спрячемся. Спрячемся. Готовься меня спасать, если что. Я не вижу ни ЦМ, ни Лодра, никого. У меня полторы минуты, чтобы закончить свою миссию. Майнл на Миш. Какую? Первую вышку сломать? Сломать вышку. Да, крипы ушли. Что за... Бешеные, они прям почувствовали мой позыв. Позыв крипы. Чё он это пригенит, так как кобыла последняя. The last кобыла. Подхожу, подхожу! Сейчас дам бластяру. Летит пидорасы, два штуки. Немедленная эвакуация. Да, уговорить окон. Блять. Проебал свое задание. Не говори. Я думаю, не только задание. Not only a mission. Помните эту замечательную песню? Ну это пацан китайский пел. Он был не китайский. Он просто был жирный и бразильский или что-то. Что-то, короче, из той области. Коля, там заходят к тебе люди на миссии. Люди на ладе приори к тебе заходят, но очень низко. Ну я подхожу, Коля, будем биться как лёвы. Точнее, сосать очень смачно. Нет, биться как лёвы. Как плёвы. С кем? Там Цемка и её друг Морж, и их друг, вот этот невидимый паук. Я его колдую. Невероятное колдовство в него использую, он почти умер. Морж едет в нас. Ставлю палку. Коля, спасай меня как можешь. Я взлетел в космос. Я был в атмосфере, в стратосфере, там во всех трубосталях и трубосферах. Вот и все, пизда этой манге. Угу. Мы перевернули эту игру, давай! Пердуем их дальше! Да с какой тебе минуты? До 13 надо было сломать вышку? 12. А у меня ж кошки пиздятся на радостях. Хоть кто-то. Ебашатся как бешеные звери. Какими они по сути являются. Два киски. Заходят. Прям команда, прям... Олег, умирай, Олег, сам Сашу спасай. Я бы тебе сама посоветовала уебывать, а не в меня говно кидать. Говно не кидай тут, да? Не шимпанзе в зоопарке, в конце концов. Внизу руна. Я попробую ее взять, это будет опасная миссия. Миссия вверх не брать. Миссия невыполнима. Тум-т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 ум. Боюсь, в нашем случае это... Уа-уа-уа. Бабки только прут рекой. Это вот это. Да, свины так и ебут, блять, рукой. Свина?
Какого? Да, свина. Ой, все. Я говорю, не свина, а свины. Все здесь. Где? Я не иду. Я видел, кто-то выдвинулся ко мне. Это ёбаный когар. Он хочет задевардить наш вард. Есть кто-нибудь, кто может помочь мне с этой заданием? Он не сможет сам. С этой заданием? Я начинаю заколдовывать его. Сэмка пришла. Ой-ой-ой, Сэмка, аборт за миссион! Аборт за миссион! Ну, торнадо, Янис, молодец. И метеор. И метеор. Два метеора. Кто-то едет в нас, Янис, это какой-то жук. Или паук, или морж, или корж, или макс корж даже возможно. Преобувай! Отлично, блядь, вот так! Кстати, вон там стоит какой-то вард. Что такое? Ёбни вот молотком. А, одну там Олег вард поставил. Так, где мы, кошечка? Давай, выкладываем на ботиночек. Сейчас на центре буду эту манду ебать. Иди сюда, манда ебаная, я готов тебе нахуй. Она ушла. Браток присунуть свой порток. Она не могла уйти далеко. У меня нюх на такое. Ну вон она в лес зашла. Сейчас будет лес наш ходить. Чё собирать? Даже, блин, не знаю. БКБ? БКБ? БКБ меня не спасет. Тогда не собирай. Блять, ёбаная инвизная крыса. Хорошо, что я все купил. Так, сейчас снизу форману. Блять, долго. Кто не открывает дверь входную, ребята? Я не открываю. А чего? Никто со мной не согласовал ничего сегодня. Man on a mission, часть 8. Но зато форманул. Бежим, Коля, варда нету. О, кавалерия пришла. Расстреливай этих мразей, давай. Ну, блять, мне сейчас нахуй жопу тут настреляют. Вот этот, ну, блять, морщик. Едет шар! Прячу тебя! От волшебства заколдовываю. Спасибо, заколдовал. Только меня все равно ёбнут. Вот так вот тебя наебну. Давай, все, бейся дальше с ними. Иди ко мне, ко мне! А, вот отлично спас. Ну, домой схожу, пожалуйста. Ступай, Олег. Фарм идет сюда. Все надежды на Сашу опять. Очень смешно, да. Да я, просто если бы шутил, было бы, наверное, смешно. Просто шутка. А сейчас реально вся надежда на тебя. В лейте. И что мы доживем до лейта, конечно. Мама! Да не бегу к тебе. Будет чем спастись. Да не беги. Я бегу к тебе. Да на меня! Зачем ты эту хуйню тут? Сейчас, Олег, сдохнешь. Да что ты, блин? Да ё-моё. Может, это Жек?
Мой телефон. Это Жека? Жека! Он забыл твой телефон, это твой, сослуживец из армии. Ничего не знаю. Жека забыл Боку и пришел за ним. Он у нас видно, как вы считаете? Да. Да, потому что здесь морж. Морж инвизный. Отступаем, морж. Олег. Это открытие. Бросаем Олега. Отступаем. За что морж инвизный, это не открытие. Для Яниса это было сюрпризом. Думаешь, ну пускай. Опа, нахуй, фарм сюда, давай. Алло. Сейчас еще мне фарманешь, пида. Мама! Нечем тебя спасти, засейвить. Я сам себя спас. Самоспасатель. Опа, еще и паучков ебанул, фарманул. Сейчас еще это говно сейчас зафармит. Пиздец, ребят. Опа. Че они там, охуели? Опа, кто-то подставил кого-то! Опа! Ну, я не с ветра. Ветра пусти. Спокки. Фармитель 2000 вышел на тропу. Я фармы. Вообще... Дае. Стоя, денег дае. Не могу с вами никуда пойти. Горестно так. Этой паучихи Арчиточка. Арчидочка. Задрачидочка. Опа! Они как Бекхэм просто. Опа-па-па-па! Нихуя молния тоже поранула как надо. Еще раз нахуй пауки ебаные парни. Титьки? У пауков есть титьки? Что? Фу, извращенец. Паучи мол. Да, не любит паучи титьки. Фу. Просто от собирать или сразу в хекс идти, ребята? Даже не знаю. Я хочу ответственность за решение с вами разделить. Ну, конечно, собирай. Срать. Ну, лучше форставчик, потому что когда тебя заорчидят, ты не вытолкаешь себя к жизни. Вытолкаешь себя поближе к стану. Ты одним кликом их купил, что ли? Пойдемте наверху подеремся, что ли? Ну, точнее... Ну, тогда мы не сможем фармить. Я буду фармить. А ты, да, не сможешь где фармить. Где ты тогда не сможем? У нас просто армия пауков, как обычно. Ну ладно, отойди, отдайте лучше. Отдайтесь лучше. Нихуя, блядь. Убилась победителем. Опа, иди сюда. О, где морж? О, вижу моржа, уёбывают моржа. Пока мне морж не ёбнул. Топчик, наверное, отдать надо. Правда, что ли? Успевает болт кастануть, чё за... Что эти задержки перед кастами им прописал, непонятное. Теперь мне не страшны эти мрази. Блять, опять... Нет! Что-то Колик Форстав не помог. На кулдауне был. Да. А, ну ладно. Тогда это все объясняет. Нет, на самом деле, я просто обосрался. И конец истории на этом. Блять, опять он едет ко мне. Ульти в бруду. Бруды и хп около 600, у меня урон пониже будет. Нет, а чё у тебя только 10-й? Ну как тебе сказать? Говори как есть. Так вышло. Видишь, эти клешни. Такая штука. Они до Аегиса будут еще дрочить нас. А на дворе гитары и говно. И ребята срут тебе в окно. Если мы выйдем сюда, то нас убьют. Давайте выйдем. Давайте. Подождите меня.
Там никого нету, там только два медведя, гомика в лесу, ну, пароли друг друга в жопу. И вы помешали им делать эту секретную миссию. Я так и думал. Вот так и думал. А чё толку? Ведь мы умелки. Лучше бы Свену отдали, или он уже в 6 слотов на 24-й минуте. Так. Не залетаем! Готовься вытолкнуть меня! Зафармил. Ребят, у нас это... мид. Да, ладно. У нас все. У нас везде. О, она там битая, как сука. Она не будет вылазить битой, как сука. Нам в это время башни спилят. У меня уже дежавю, по-моему, четвертый раз такой. Дежавю. Руда. Мид волокет. О, этот. Низ. Один пидор. Пидор. Вверх, а все остальные мид пушат. Пидор. Чего меня сюда позвали? Здесь не фарма, не денег. Блин, кто сюда не звал, сиди на своем боте. А я на боте. Весь в заботе. Ебашу в поте. О, мама! Выталкивайте меня нахуй. Поворотни туда. Вон эту пизду чуть-чуть осталось. Почему он нуль-то, блять? Алло, Вася. Васа! Олега, спасайте! Нет. В руду сосайте! Ну теперь тебя не так просто сосать. Там верх сломали, пока вы этот. Да нахуй верх, блять, вообще насрать, господи, уже. Отлично. Вверх мы вообще драться не сможем. А тут мы хотя бы бруду убили. Ну, смотри, мы почти выровняли счет. Да, 7.33. А Тускара мы убили? Да. А чё он? Что ли? У него блудсон, что ли? Ничего. Нет, мы не убивали. Нет, он ушел на сиках. Спайдер! Спайдер лайк спайдер. Слушайте, мне почему мы еще не проиграли? Это говно. Что мы стойкие? Что? Стойкие. У них спайки. Ману даю! Маму давай. Не пойду с вами никуда, ребят. Правильно, Коля. Тритесь там. На сухую. Да. Пойду в Огру Боу. Пеники извращенцы. Грязный ублюдок. Коно Ара. Не знала, что вы такие мерзкие. Мне кажется, взрывало он что-то настолько. Что такое мерзкое? Ту-ту-ту-ту-ту. Я такой заколдовал тебя и высосал из тебя твои жизненные силы. Ёп. Нихуя не сделал. Соси мой лотар называется. Соси мой лотар. Тупой скипитар. Они заходят вот сюда. Вот этих формят. Бронетранспортер. Бронетранспортер. А, ну буду, там два раза убили вообще. Сосай у него! Отлично! Уничтожили врага противного. Противного. Сейчас нас помню на этом. Еще немного. Ой, крип мой, мой, давай, да. Мой крип, бойся меня. Ой, кажется, проблемы у пацана. Да, ты помни, там сосешь. Точнее, не у того. Идем, типа, можем братанам. Нет, ой, мне уже ничего не поможет. Форстав на КД. Форстав на КД, это дело биде. Сейчас они вас запушат. Берегите. Сейчас они влетят, да. Ой-ой-ой. Надо еще что-нибудь. Ох, вы ничего не можете со мной сделать, мощь ебаный, я вас отсосу всю жизнь. Блять. Подавился, что ли? Нет, споткнулся просто. В снег упал. Ну ладно. Идем драться как львы с бодой. И даже если у тебя тарелка плова, тебя все равно зовут Лёва.
Бля, поднимай ветрами! Свою жопу! Еееее! Ебать, он режет как мразь! Едет какой-то шар ебаный, ебливый хуй! Всё, пойдём фармить, брат! Как у нас 12 киллов и 5 убийств? 7 убийств. Что это значит? Ну, кто-то умирал просто так. Просто, да, просто на крипах. Пошёл. Они решили вообще не напрягаться. Тайное колдовство. Ох ты, мразь. Вот так вот не умеешь? Все нахуй. Сейчас я, блядь, от тебя уезжать буду, нахуй. На большом воздушном царе, блядь. Апельсинового цвета, блядь. Манда тупая, отдал мне денег, блядь. Не знал, чем это обернется для меня. Полным провал. Ты что, купил? Нет. Я купил, смотри. Уэээ, скейтерский девайс. Теперь могу так... Спасаю Олега от крипов, как могу, блять, сама вот не спасаю. О, спасибо, братаны. О, спасибо, просто, блять, нахуй. Из инвиза меня выбили. Отлично, отлично, сейчас мы его пиздить будем. Опа, нихуя, блять! Опа! Чё за Новый год, нахуй, сосай, блять! Приземляйся в говно, блять! Вот так! Ай, чувствуете, как пиздятинкой запахло? Саша, прикройся. Хорошо. Я постараюсь сидеть свои супер трусы верности. Вот смотрите, бурда. Бурда! Получа пизда, бурда! Вот так тебя засуха! Просто всех убиваем. Надо было просто мега крипов дождаться, и мы не победим. Под мега крипами ебашим с грибами! Мы просто площадку расчислили, Коля, чтобы бегать если удобнее было. Если мы едины, мы непобедимы. А что мы едимы? Что-то едимы, я не знаю. Опа, нахуй фарм! Ехаем вообще без проблем. Ёбаный хуй! Блять! Снег упал. Выпал ты имел в виду. Надо отправиться в магазин за покупками, за супер девайсом. После которого их тщетные попытки выиграть эту игру вообще потеряют, кстати, смысл. Неужели это гем? Нет, гем будет потом, на закуску. Пока! Сосательный экстракт из дерева жожоба. Иногда Даня меня пугает. Вайс, это не ебаный Вайс. Мне кажется, его просто не взяли в ту группу, которую задержали в Турции, этих туристов-ваххабитов, которые в ИГИЛ собирались. Даня просто, наверное, не доехал до них. С работы не отпустили. Говорят, у нас много проектов. Потому что они знают, что это единственная призрачная возможность для них что-то сделать в этой странной игре. Так. О, кто это идет? Кто это? Ну-ка нахуй! Ну-ка, блять, ты чё делаешь? Ты чё, мразь, у кого ты руку поднимаешь? Конч! Ну-ка нахуй! Войнах, блядь! Ну там всё припёрлись. Уходите скорее, братья. Не успел заколдоваться, не успел. Не могу понять. Нет, не успел. Не успел, ты же умер. Ох! Вот суки, блядь, повезло, нахуй! Крит прошел, блядь!
Они только на этом и затащили. Так беги, ебал да, тебя, беги, нахуй. Да. Даже сидели выебали. Ваза. Короче, ждать, пока они пикнут, это не для нас. Надо придумать, что пикнуть. Вот что для нас. Пикать, наверное, Коля, работает. Это в принципе не для нас. Поэтому не переживай об этом. Да. Да нет, он пускай попереживает. Нет, я не буду переживать. Зачем? Зачем все эти шелка? Падай, кошка. Крылья облака. Зачем все это быдло? Зачем? Да, нас народу навалом. Ой, Коля опять будет тренером. Да. Вы вынуждаетесь. А можно заменить поддержку. Коля в тренерстве? Можно. Это в скайпе. В скайпе, что ж. Алло, привет. Привет. Алло, привет. Фр-фр, говорит кошка. Фр. Кошка как бы намекает, фыр-фыр, удали доту нахуй, фыр-фыр, ну бы нахуй, фыр-фыр. Нет, я был неплох. Я доволен, что сыграл. Ну давайте сами поиск уже. Я был неплох, я был не лох. Ударил первый я тогда, так было надо. Кошка, ты что здесь делаешь? Ты такая жирная. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты чё такая жирная? Сегодня-то я не шиплю. Пока нет. Супер. Нихуя кошка как мощная. Старается. Задумает. Зачем ей все шелка цветные? Два яйца на Пасху это было зачем? Себя все хватит на сухую наяривать. Да. Уже надо уже чем-то воспользоваться уже. Да. Вазелином. Тёлк уже наконец кого-нибудь воспользуйся, у тебя же их там много. Много тёлок, да. Но а нормальных ни одной. Нормальных ни одной, и всех сухо, я их всех насухо выебал, просто пустых. Просто, может, не возбуждаешь, и поэтому у них там сухо. Нет, они все умерли уже от обезбожения. Обезбожения-то да, блядь, конечно. Обезбоживание. Обезбоживание. Ой, господи. Их не хватило, Вера, в Иисуса. Не умер. Хадукин! У меня есть, короче, что-то. Что-то есть. Так лучше слышно? Привет. Да. Немножко лучше. A little bit better. Пошли нахуй, нахуй. Аниме бухло сиськи. О, готово. Случай. Тёлки дырки сиськи. Где? Тёлки нырки сиськи. Дырки? Нырки? Нырки. Растопырки. Тоже и пырки, и растопырки. Как, Дима, твоя работа? И всякие тырки. А где ты работаешь, Дима? Рассказывай. Дима, ты работаешь? Рассказывай. Охуенный рассказ. Вообще божественный. Это Дима, что? Только что с дачи приехал, я 3 дня бетон хуя ставить. Какая классная работа. Че, вы дорожки заливаете? Да нет, это дача.
Рио удача. Рио удача. Тебе дача в Рио. Вернулся в Рио. И в Найка. О, это клёво. Так, тренеры. Не слышать никакого пизду тренера. Так, говорить только с можно тренером. Сашу замутить? Как-то меня она уже раздражает. Пожалуйста, Олег, я буду рада. О, о, Олег, бери своего любимого Тинни. Мне он нахуй не нужен. А кто тебе нужен, Дазл? Ускар панда. Панда? Земляная панда. Ебать. Земляную панду. Винга шторм. О, бери вингу. Сейчас, где? Ты опять хочешь где? Запушить? Нет, у меня более лучшая стратегия. Подождите, пока они пикнут. Конечно, подождем. Все, вижу, вижу. Твою стратегию. И Магнуса еще, да? Ну зачем? Мы будем в здание ходить, я свапать, и он взрываться. Нет, нет. Ну вы так-то одного. А да так ты можешь потом свапать на мины, но ФБ я хочу сделать, да, через взрыв. На руне. А, станчик дать какой-нибудь? Да, просто чтобы снять первоначальный ХП. Я буду кричать очень громко «Аллаху Акбар». Чё у меня лом друид со звёздочкой? Где ты? Что это значит? Испытание героев. Ну вот. Чё ждали? Спрашивается. Где этот, блядь, друид? Куда идем? Да можно действительно на руне попробовать. Можем, знаешь, как сделать? Пойдем к ним туда, куда-нибудь зайдем. А, ты наверх хочешь? Ну, а ты. Ну пойдем вниз. Ну, в принципе, я думал внизу, да, ты тоже. Вот, здесь, вот? Вот сюда куда-нибудь зайти. Пошли. Или даже вот сюда за крипов спрятаться, они все равно нихуя не спалят. А здесь как раз можно это. Загаситься. За грибов. В деревьях. Надеюсь, мы еще успеваем. Да, не обнаружение нас. Ой, там пидор. Прятаемся. Сюда, даже поближе чуть-чуть. Поглубже в лес, на. Он, наверное, развернулся вообще, как пидор. Скажите мне, как тренеру, как выйти из процесса тикания героя? Не знаю, тренер. Там задержка, там задержка небольшая. У кого задержка? У нас. Ученик спрашивает, где мой саппорт. Короче, никто не пришел. Может, на меду тогда это? Легионку? Тут сюда. Будет подкопать? Дима, будет подкопать ее? Ну, будет. Нет, нет, ну только ты первый стань, потому что. Нет, ну понятно. Хер попадешь. Ну, я бы лучше второго там дождался, чтобы. Да нет, нет. На самом деле. Поехали! Копай, давай! Копатель онлайн. Давай! Аллахуакбар! А что такое? Ну что, брони такое? Ну что, нормально, между всеми поделила. Ну только мне опыта дала, просто пиздец. Нихуя. Снизу. Крипа убил. Янис, я к тебе приду. Принести себе танго. Трусики танго. Сколько бьют? А ты дошел хоть до нее, вплотную встал? Ну да, довольно близко был. Полный урон. Она просто толстенькая. Там же это магический, по-моему. Нет, там наоборот физика. У нее 3 брони. Минус 25. И у нее 720 хп. Ой, батюшки. Ой, батюшки. Динает крыс. За руной кто хочет сходить? Минер, наверное. Кто же еще? Сейчас, сука. А будет его? Ну ладно, не надо. Ой-ой. Да, вот этого я и боялся.
У меня ушла легионка. А кто отдался у нас? А, Даня. Даня не отдался. Ну, в смысле, уже. Да. Ну, один все равно смерть засчитывает же. Нет, ну это как бы дотас. Прикуп смерти. Так крыса бутылку приобрела. Крыся. Ну, она же на середине. Закидывает меня своей первой хуетой. Ты можешь тоже. А у меня другие планы. На вечер. Надо. Ой, спасибо. Саша, ты что, не в скайпе? Охуенный вопрос, да? Отлично, Янис, отлично. Принесу для тебя фласочку специально. А у тебя есть? Ну ладно. Хуй с тобой. Я проапгрейжу куру. Ушла Лего. 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 Янис, подойди, смажу тебя манкой. О, Лего ушла. В принципе, он 600. Мы можем попробовать это. Разложить его, если у тебя на стан будет. Лучше на стан. Могу мана залить тебе, Янис, если ты подойдешь. Ну, тебя тоже не слышит, по-моему. Чё говорить? Это, легионка ушла, может, наверх. На месте. Сейчас пойдёт куда-нибудь. Нахуй. Отгоните их от таверов там сверху, кто там, Олежка. Видишь, Янис, наоборот, придерживается более консервативных взглядов. Лечу на перемогу. И вот это вообще баны. Пиздец, у меня маны хватило, ребята. Просто.
А внизу кто? Моча и Дазл? И Дазл. Да, не, а ты. А, Саша. Ох. Ну охуеть, что у него есть, блин, даггер, Янис. Чё ты хочешь? Что он на 7-й минуте, я думаю, Янис удивлен. Снимаю, восьмая. Немного раздосадован. Да. И так, и так. Да я сейчас умру. Я сейчас Дани умрет. Ой, натуре. Спасайте, помогайте. Ой, заманивай их. Блять. Почти заманил. Ой, я сейчас я заманю. Будет неприятно. Кто там на меду воюет с Легой? Янец. Янец, давай, давай. Давай. Он не слышит. Слышит. Через доту говори. Надо было со стана начинать. Может сейчас попробую. Ой. Че, никого убить не могу. Потому что у тебя урон физический. У кого? У ульты, у твоей урон физический. А, туда. Во, там. Спирит. Блин, куда она вечно отходит? Бля, у меня проблемы могут быть. Кто там слушает мощный хардбас? А это у меня на улице пацаны слушают. Давай, Йорд Спирит. Дима, ты что, я действительно не видишь? Да назад, там кто-то вас... Не видишь? Все нормально. Что-то я не свой. Встан в легионку, встан в легионку. Не надо, не надо. Ну что не надо, блять? Тише будь. Блять. Бит натуралами. Вот здесь этот. Вот Олег, зачем в крипов ее отдавать? Сними, пожалуйста. Блин, не успеваю. А я спеваю. А я танцую. Саша, не бани ультика. Опа, легионка. Опа, легион. Опять не успел. Нихуя не успеваю. Зачем? О, пиздец. Давай, иди в лес, он туда, легионочка. Направо. Направо беги, кто-нибудь сюда, пойдите. Кустики. Пиздец, игра стоила того. Можно ливать.
Ах, это крым! Олег, ты еще не свапнул на мины никого. А, у меня другое задание. Ебаный врат, что тут я делаю? Какое у тебя задание? Косарь урона. За раз? Угу. Все ушли сверху. А у меня 12 косарей за шпила. Пока нанес 2200. Так, а как посмотреть, какой у меня основной показатель? Ловкость. Кружочек обведенный, Олег, золотой такой. Все. Олег, не быкуй сначала. Давай, сейчас у тебя станчик будет? Да. Или нет? Будет? Да. Нет, нет, ману уже я проапгрейдил. Да ну нафиг, мне сало дали. Всем дали. The big сало. Да ё-моё. О, какой же ты кривой, Димасик. Олег, а тогда можно спросить, а где вар? Какой? Синий? Да любой, а почему один стоит? А где он еще, блядь, должен? Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут у них стоять? Ну вот тут, чтобы не гангали. Ну пиздец, Дима. Если вот здесь легионки нету, то скорее всего она где-то вот тут. Или тут. Или вот здесь. Или вот здесь. Или здесь. Или здесь. Или вот здесь. Даня, свапну? Не надо, у меня первый уровень. Просто. Станчик, станчик сейчас будет. Аллаху Акбар! Блядь! Ёбаный нахуй инвалид! А чё мы тут тратим? Где они все ходят? Не могу понять. Да, действительно. Я не сготов. Я подстанил. Он куда-то жопу улетел. На мид он улетел. Да, следую. Вижен даю. О, вам пизда. Твою мать. Сам мне пипец. Твою мать. Сейчас. Что, пинг тупит? Нет, вроде нормально. Не могу понять, почему не выходит. Каменный цветок. Даня, взрывай, убьешь. Не Понятно. Убил. Ну поднимай Юлом. Юлом поднимай. Соу ринг и мину. Но не успел. А зачем ты второй максишь, кстати? Там стана, блядь, ёбаных 4 секунды. 7 же. Пофиксили. А, да? Раньше было лучше. И трава зеленее. Травар. Смотрите, вот тут. Командир легиона. Скачет. Получит больше урона. А командир легиона. А хочет больше урона. Блять, кошка опять что-то сносит там. Че? Я должен выяснить, что это. Я бы подождал до мин, хоть до стана, пускай они в стане постоят.
Там крип сейчас все. Вот этот тренирует. Стоит парень. Ну тогда вот на этих. Там. Вот на этого парня можно выйти. Олег, свапай его. Да блин, заманите их. Хотя плохо. Ох, хорошо свапнул. Ой, хорош, блин. Хорошо высвал. Блядь! Просто прямо из-под стана его утащил. Из-под стана, из-под гор. Утащил мужик топор. Стан, Олег. Стан. Охуенно, можно я, блядь, сначала выйду из своего стана? У тебя не было стана. Ты же это успел дать? Ой, ебать, ему хуёво стало. Там это, моча будет. Ест говно. Ну ты тупая мина, блин. Прикольно. Вот тут варс, видимо. Или вот тут. Надо укрепить район. Антиманцевательные мины. Надо кинуть сюда мины. Вот от этого края. Я не знаю, Дагер, не хочешь помочь? Да, не взрывай. Ну поздно. Не взрывай. Не... При всем желании не взрывается. Подложу им минку. Сзади заходит какой-то гомик. Куда-то он уехал. Катился, я бы даже сказал. За тобой бежит. Оп. Оп. Не занятропы. Все хп дохуя. 24 украденный интеллект. Ёбашки воробушки. Нарвала себя на мистик став. Опа. Очень смело. Killing spree. That makes two.
Поднимай его, Саша, поднимай, поднимай. Дазель пришел. Да нет, у тебя что за задание там на миноре? Да я уже сделал. Кесарь Дарманги. Осталось только победить. Ебать. Ебать. Оплатить. У них варды в лесах. Вот здесь. Нет. Бля, да. Обляди, обляда. Куда я пошел? Саша, за дубочку назад! Или это не настоящий? Настоящий. Сейчас попадется. Если поедет туда. Там вверх еще. Ебать, пушистый гомосекс свиреп стоит. Секс стоит. Олег, что ты варишь? Картошку. Угу. Сашу Яшу. Нормально. Че, зайдем? Зайдем? А, сама зашла. Сама зашла. Хуя вы ее там ворочаете. Да это камбек. Камбек года. Выйти, что ли, сказать, где у них варды стоят. О, сайлентер пришел, кто там идет? Могу поднять его. Давай. Если он вылезет. Не, не пойду сейчас. Лицо вам своим лицом. О, можно вот это поднять. Через 6 секунд будет стан. Ой, свап. А нет, да, не, их там что-то это. Да хуя их. Давайте не будем. Не, ну можно зайти сейчас, у меня ульта катится. Все, поехали. Так. Ну куда? Входите, легион пришла. Пизда. Жестко. Ну чё вы стоите-то, блять, Янис, ты чё? А, под кейпом. Теперь-то точно нахуй её бить. Мама! Чё, нет, брашер? Полторы секунды, ну. Срабатывает. Нет, это этот... Морфлинг тебя кинул. Плюху. Плюха, тлюха, илюха. Стойте везде в моих станах ебаных. А ты, будучи мёртвым, можешь взрываться? Чего бы основательно не заминировать, Даня? Где-нибудь. Но, вы дайте мне время хоть чуть-чуть. 8 минут пойдет?
Хватит тебе. Давай. Дима, да, это лучший вариант идти к ним. Я же на визу иду. Охуеть, а у них нету вардов или просветов на тебя? Нету. Нету. Ты уверен? Да, они не покупают это говно. Ну что, это бесполезные вещи совершенно. Олег, зачем ты сразу кидаешь эту хуйню? Лучше станет же. Да, потом кидать. Ну так-то она броню снизит, ему даже мой стан прилетится. Блять, может свапнуть её? Стан — это магия. Броня на магию не действует. Мы же тоже выясняли сегодня. Точнее, вчера. Ну, блинканулась. Так, куда они пойдут? Наверное, сюда. Похуй. Что, давайте я попробую за это. Зацепить. Пойдем. Она тебя в три удара убьет. Если я это не успею врубить. Карапасы. И марапасы. Тебя убьет в три удара после полторы секунды. Янис, ну станчик дай, мне ж пизда будет. Свапай ее. Лич. Ох, блядь, Янис. Нормально. Да. Чё, вы опять уже бьетесь? У ворот. Враг у ворот. Враг у ворот и враг... Ёбаный ворот. Криты. Ой, враг у ворот 2, она идет за нами. Ох, Янис. Да, нет. В уголок поставил такой. На отходе. Чтоб уж точно. Потом. О, ну что ты? Догони, через догони. Ой, беги. Беги сюда, Дима, ну зачем? Зачем васа? Ой. Too much. Too much. Олег, зачем тебе дезолятор? Вот у меня какой вопрос. Зачем тебе клешни вместо рук, Дима? Ты играешь на саппорте, ты стоял с хаосом. Зачем тебе дезолятор? Чтобы изолировать же. Почему не мека? Или это не пайпа? Не мега. Пайпа к тебе. Пайпа тут нормально зайдет, против всяких плюх от этого. Сало только. Ну, сало и земляной этот петух. Он нормально вдамажит, если рукастый. А тут рукастый такой нормальный. Ну как? Блять, эта мина все портит. Заблочила спаун. Это она заблочила? Да. Вот дура. Надо кому-то туда завести. Подвести. Под монастырь. Да. Монастырь. Манус Стурпсо. Так, не ожидали? Такой вард. Эрсфирит. И ой, там Эрс Легион. Сейчас покажет, чей дезолятор ли. А чё вы тралите? Да не я. Ну чё, Олег, ты всех кричит, а сам собирает штуки непонятные.
блять, ебанутый нахуй. Уйди, блядь. Почему вы такие, блядь, смешные, нахуй? Thank you.
Саша, можно на раз? О, спасибо. Давайте Рошана заберем. Все вернулись. Мансуй, Мансуй, лесной Мансуй, вот сюда зайди. Я захожу. На ТП-хи. Сапог ТП. Комбо. Ой, кажется, я спалил контур. Катапульте долманы. Не, не катапульте, это оранжевому крипу. Янис, пошли на Рошана. Тут варлик стоял, может быть, до сих пор стоит. Если кому-то гем надо, он в куль лежит. Можно вот эту, минус он, а у нее... Блин, даже не знаю, что делать. Вот этого парня можно шлепнуть, он быстро развалится. Я почти уже иду. Все иду. Только без меня не начинайте, я очень сильно... Смотри, пошел, пошел, пошли, 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 подожди. Стань становую бомбу сюда. Дима, не ходи, иди. Сейчас. Они заберут его прямо сейчас. Назад. Вот это открылись. Расходимся. Да, ходите на базу. О, да, да, да. Давай попробуй их. А, ну хотя они сейчас. Ставь больше, короче, мин. Еще больше. Я попробую вырезать сейчас это, понял. Куда уж больше? Вот, Даня, 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 они сейчас хлопнут. Смотри, смотри, давай. Так. Рано, рано. Давай, давай! А Ега, Ега, вы чё, ребята? Все, на БКБ слила. Стана, Стана, поднимите ее как-нибудь. Я только что подымался сам в воздух. О, Станчик. И Ботя налечится. Ща. Зря летерит. Вот это я понимаю, камбэкнули. Кранбэкнули. Надо-то было. Биться с модным пацаном. Да. А нахуй, Гвер, сейчас неверный нахуй, ка нахуй! Чё, а ганим прикольно на этом перике? Видишь, я вон бомбы спрятал, нахуй, никто не видит. Тебе не поможет. Где-то бомбы спрятал. Да, нет, вот даже я не могу найти. По звуку все как... Этериал, блин. Так зря их на миду, они же вряд ли по нему пойдут. А так-то он сломан, они тоже по нему пойдут. Сейчас-то что-то они по низу пошли. Да. Не хотят, блин, они сейчас уже тут будут. Че, засаду оборудовать наскоро? Да может мы сломаем, пока еще нету этого хуйни. Да я думаю, что... Вам. Он уже едет тут. Могут что-нибудь сломать тоже. По Берлину. Вот. Так, да. Я вверх отобью и приду на это. Блять, 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 блять. Реген, внизу богатство. Богатство. И знаменитость. Опа. И тоже плачут. Приткнуть-то некуда. Блять, надо идти быстрее минировать, я тут нахуй хуй сдрачу. Сдрачу. Пикачу, хуй дрочу. Кто там на миду идет? А я забыл, это Линка спасет же от легионки? Да. Янис,
Вот это она загуляла. Пойду найду какой-нибудь расстроившуюся рожу. Можно занести. Кошка. О, нашел. Подпустите мид, мы с Сашей сейчас по этому пройдем. По лесу. По верху. До поления приба, за собой оведа. А если два раза на форстав нажать, он меня вперед толкнет? У вот этого парня вот этот предмет. У какого? И у какой? Спирита гем. Я почему-то не могу тыкать и показывать. Всё. Что такое говорить рапам? Давайте, Саша, есть ульта? Давайте наверх зайдем. Давайте. Поддерживаю. Стан. Чё, ты же угонял? Ну, вы я не с тесами, ребята. У арт-спирита все еще гем. Да мы поняли. Это людей. Або Янис. Звать. Активнее. Хороша. Орошай. Чё, гем просрать, ребята? Лучше не могу. У кого гем? Зачем ты его взял? Или кто его взял? На фонтане лежит. Эти. А? Надо его это, по хитрости стратя, положить в инвентарь. Там же положено. Ну положено, хуй наложено. Чё Данила тут? Наклал бомбей. Как кураж бомбей. Наклал вот сюда куда-нибудь, точнее вот сюда, в узкое местечко. Чтобы не чизя. Опа, опа, гопка, гопка, гопка. Саша, ульт. Отходим, отходим, бросаем Сашу, Олег. Саша, ты не померла? Вот такие вот дела. А Олег помер. Ну, Янису поможете? Нет? Понятно. Он выкупится. Так он без фантазма будет. Вы говорили, по центру не пойдут. Они хитрецы, знали все. Майндгейм весь прочитали. Засмокали. Что-то надо. Даня, вот. Саша, инвиз. Рано. У кого-то. А, нашел. Опана! Блядь, а чё это-то не прожали? Ой, пиздец. Свап, стан какой-нибудь, Стэн Ли. Юльчик. Гемчик. Казармы. Медовые. Спелые, садовые. Вот воры, а. Нельзя даже ТП-шку оставить. Я сломал ее. Все исклюют. Вау. Антон за... Ой, Антон. Олег за разрушитель. Да, Олег за Саша, пока она поджигатель.
На ком БР? Батлфури? На ком? БР, Батлфури. Давайте вот этого Батлфури. Вижу, если цель, там вижу, бабочка, то я буду попадать по... Конечно, будешь, это же не какая-то атака. Ну... Догоном его сразу не промажешь. Ебать, у него... Мы будем Рошана забирать? Их просто минус 3, и мы бы успели вполне себе. Минус 3. Мне кажется, мы могли бы мид спушить. Мы могли бы Рошана забрать, сейчас, потому что... Сейчас лучше Рошана, да. Уже не успеем. Ничего такого. Олег, можешь, пожалуйста, дать свою вторую и... Но лучше первую, я его превращу в овцу. А, да. А потом вторую, было бы очень замечательно. Спасибо. Только... Ой. Только не надо его динайт, ладно? Я про Екис. Не про Рошан. Так, надо коин. Кто заберет? Забирай. Дима, ты заберешь? Да ты забирай, у тебя так... Больше всего хп. Ну, Янис далеко, он не пришел к нам. Да и Янис как бы, он после, без ульта он бесполезен, короче. По низу пойдем? За кем там гоняются? Мне кажется, лучше вообще идти домой. Пойдемте, пойдемте, да сейчас, Дима, вот этого лови. Меня... Больше вот этого поймал. Там пятеро. Вот этого там ловите? У вас не пятеро. Блять, ну, что за... Да чё вы творите-то, ну где вы все? Я здесь. Она без ульта. Понятно, блять. Зато лупит она нормально. Саша, на тебя может выйти это Эго. Кто? И Легион? Ну и Легион, и этот. Хорошо. Чечи. Ну, я постараюсь уехать. Прямо сейчас. Могу ПП-шки поделиться. Нет, я просто банку подам. Чё там, крипы сюда уходили? Надо чекать. Какие-то тебя не караулили. Как его, чё собрать? Хекс или... Блудстоун? Не, нафиг. Ну, за Блудстоун опознаваться. Акторинку собери. А зачем мне Акторину? Она от всего работает. Духи тебя будут лечить. И лечить. Она от всего работает. Она от всего работает. Пиздец, охуевший Акторин. Ладно, тогда будет Акторин. Хорошо. О, смотрите, кого тут вижу. Еще кого вижу. А, Дима, у меня ульта на КД. И они видят меня. Я пока скорее просто тебе показываю. Ну, да, она видит тебя. Не умри там. Нет, не видит. Морфлинг. То, что я ушла из подвала. У него досты, Дима, есть. Ой, смоки. Сейчас смотри, как они прозряют. Смоки юзнут? Ахуй себе снут. Вот сало здесь, аккуратнее. Идешь и метелки. Да че ты мечешься? У тебя сейчас ульт кончится. Они это прожали броню, ты видел? Опа. Давайте... Это настоящий или нет? Я не знаю, где настоящий регион. Ага, досты прожали. Или меня убили. Судя по всему, нет. Так бы она, блин, канулась, наверное. Вот она. Да, да это не она, она не лечится от своей этой пассивки. Да вот настоящий. Если бы это была она бы отхилилась. Лол, а чё она делает? Она тоже отхиливается. Она не отхиливает. А с чего она делала? Ты что, не слепая, нет, что ли? Нет, у нее просто работает анимация, у нее нет отхила. Лол, у нее было там две полоски, стало три. Олег, это морфлинга. Ну, я видел только то, что она просто делай, умирала, она хочет. Отхилилась. Возможно, я не права. Не хилилась. Я знаю, люди не хилятся. Нет, не хилятся. Саша права. Только если морфлинг с аганимом. Я не знаю, где они, и, скорее всего, там... Дусты. Досты бахнули. Вон они заходят. Вон. Ой, ем у морфлинга. Опять? Да. Ой, ладно.
Ну, мне там не пушить, а издавить. И пушить. И пушить тоже. Блин, у меня на байбек просто писечку не хватает. Ну, они пока не идут к нам. Надо, они на это нацелены. Все, готово, готово. Один избыток даже. Да. Мы здесь. Ну, что вы там, отобьетесь, нет? А где мины? Ну, давай подождем, пока они перейдут к башням. Да, блядь, ставлю я мины, вы чё такие, блядь? Чё вы такие, блядь? Вот, я, короче, меня это заебало, реально. Я вот сейчас не буду ставить мины, чтобы вы поняли, когда я не ставлю мины. Бьюсь только на скиллах, нахуй. А у меня из скиллов только взорваться. Всё. Ну, это вторая-то, это не мина, это ловушка. Ловушка. Даня, Даня! Алан, бабах! Ай, хорош. Ну чё, может а это? Как они не увидели, у них же этот там... Не видят. Там эта табличка стояла. Я поняла. Ох, нихуя себе, сейчас я тебе помогу. Так Янис сам их убьет, у него же дарминатор. Ну чё ты мины ставлю, нахуй надо? Не ставь мины, зачем? У меня Егис, кстати, кончился. Тебя его разве не выбивали? Нет, я не умирал. Какая-то живучая. Пойду схожу до тайной лавки. Во. Давайте тайного эверспирита. Ну, я пока в низике дойду, надеюсь, успею. Давайте я начну, наверное... Он пошел назад. Ни с чего так, я всё, не начну. Нормально. Нет, Дима. А пойдем, Дима. Ну, хорошо, я подержу крипов. Шутка. Я подефлю базу шутка. Тогда. Даю маны. Сало дали. Взлетаю. Морфоген, да? Догоном да. Догонишь, что ты не догонишь. Бью с руки. Батин хуярит. Степир. Вот он, вот тут. Сейчас запалю. Не успела я до него доехать. О, блядь. Бич. Давайте уже... Я домой, наверное. Сейчас я вам маны дам и домой. У меня что-то это... Как вам сказать? Скиллы кончились. А у меня жизнь. Совсем. Да, и там есть вот это все говно, поэтому я думаю, нам лучше уебывать. Как вы считаете? О, крипы тут. Янис, пойдем домой. Янис, услышь мой голос. Я призываю тебя ментально. Прекрасно. Ментально. Ой, все, Янис, не пойдет домой. Янис не шел домой. Янис, живи. Хэштег Янис, живи. Даня, хэштег не поможет. Пухлый какой. А, если... Это, давай, Данила, убегай. Мины ставь, кстати. Не буду ставить мины, вот реально не буду. Просто потому что меня это заебало. Кого просто не заебало? Потому что не было тебя, не могла тебе сказать, что я твоя. Хорошая это песня была. Я хотел нас... начать это делать. Это отличная игра, чтобы начать это делать. Да, я вижу, что идут. Ой, но там сейчас шкуру убью. Да, блядь, наведись на меня. Не убил? Че, пизда тебе, да, не беги. Да. Кажись, пизда. Стан под себя и беги. Никаких станов. Я теперь только боец рукопашный. О, может... Ай. У меня... Могу свапнуть ее. Когда на улице? Я ничего не смогу. Там опять гем. Ага. Это не настоящие. Они все не настоящие, вы не поверите. Все. Фейловые, фейковые. Я бы советовала вам убрать куда-нибудь, блять, под душ, братья. Не успел взлететь. Сестры и все на свете. А чё вы там не хелпанули там? Да у меня нечем хелповать, я же говорю, у меня ульт на КД был. И ему усталось... Так давай, вырубай ульт. И в инвизе. Да у них гем, ёб твою мать. Ну и чё, это хоть что-нибудь. Олег. Олег, честное слово. Ну помоги Янису! Секунду. Сало. Их сало оказалось сильнее. Я не запер тебя. Инвиз. Давай, Саша, всех замочи. Замочкарь. В инвизе. Мочи всех.
трон сломался. Ученик, сказал посол. Сломался лишь ученик. Ланфрен, Ланфра, Лантати, да. Ого, мне дали меч. Открывашку опять какой-то на смену. Пиво открывай. Такой ставишь бутылочку. Берешь меч. Поставлю Дане 5 очков. 5 звезд. Как отеля. Давайте еще раз. А че, еще не все достаточно сгорели? Сколько времени? Ну можно еще, да. Как раз. У меня сгорел пукан. Пукан, пукан. Это Олег у тебя сгорел. Пукан. Расскажи нам, почему загорелся твой пукан? Может быть, потому что на Венге собрались изоляторы. Че, как Олег подгорает, да? Когда тебе говорят, что собирать? Подгорает, когда тебе говорят, что ездить? Да, это тоже безусловно. Удар, инвиз, юм, сало. Ну, реально, можно было бы поюзать пару раз. Ну, пару раз чаще. Я увезла его пару раз, да. Ну, когда ураки ломала, это пизда. Ну, и бомбу можно было пару раз чаще ставить. То есть, кстати, нет, да, не трогай. Куда он вставил? Да я рада, что ты какой-то даун вставил. Это же прекрасно. Этого недостаточно, Даня. Наверное, надо было просто собирать актарины, ставить быстрее. Еще быстрее. Лучше два актарина. А, кстати, интересно, если два собрать, оно еще умеет? Две руки актарины. Попробуй, Дима. Чтобы до нуля уменьшить КД, и все. Он до нуля-то не уменьшится. Оно же процент отнимает. Бесконечно малое число. 25-е. Скай в раз просто первое себе будет пулять по КД. Хоть на автоатаку я ставь, скрипт пиши. А в рот по КД. Чтобы на первую билку у него это. Правой кнопкой щелкаешь, он первую билку кидал вместо удара. БКБ включил. У парня один ХП, а ты бегаешь как дурак, а у тебя правая кнопка в жопе. Всякое в жизни бывает. В жизни так бывает. Ты после так сгорел на даче. Нет. Кто-то пуган поджег на даче тут. Олег прям в игре. Это гораздо тяжелее, чем на даче. Зевнул в микрофон. Короче, я тут новую тему узнал. Сейчас, я не знаю, что поверю, что там ёбаная кошка делает. Нахуй ты ебёшь мочалку, блядь! Иди нахуй! Да, я потом ей дерётся.